Вся 120-летняя история Бакинского медицинского колледжа – это путь служения людям, путь сострадания и милосердия во имя здоровья людей, сказал, обращаясь к сотрудникам и студентам старейшего учебного заведения Азербайджана, министр здравоохранения страны Теймур Мусаев. По его словам, идеалы гуманности – это не высокопарные слова, а основа профессии для каждого медика. И то, что мы сегодня собрались, так торжественно отмечаем 120-летие старейшего учебного, среднего учебного заведения в области медицины, здравоохранения. Это колледж номер один медицинский. Показывает то, что внимание к подготовке медицинских кадров среднего и высшего звена все время находится в фокусе внимания руководства нашего государства. Министр здравоохранения сообщил, что в Азербайджане готовят новую реформу в области медицинского образования. Теймур Мусаев уверен, что документ позволит решить часть задач, стоящих перед отраслью сегодня. Мы надеемся в ближайшее время предоставить общественности определенные реформы в этой области, которые готовятся. И они связаны с системой продолженного медицинского образования, постдипломного образования. Это касается как среднего медперсонала, то есть медсестринского, фельдшерского состава, так и врачебного состава. Министр образования Азербайджана Эмин Амрулаев, который стал одним из почетных гостей торжественного мероприятия по случаю юбилея Бакинского медицинского колледжа, отметил, что первых профессиональных врачей в нашей стране начали готовить еще в середине 19 века. По его словам, система подготовки медицинских работников в Азербайджане не раз доказала свою эффективность как в военное, так и в мирное время, когда бушевала пандемия коронавируса. Министра поддержала директор Бакинского медицинского колледжа номер один Наиля Алиева. Ежегодно в подведомственном ей образовательном учреждении обучаются сотни студентов. Подготовка ведется по 5 специальностям. Медсестра, фармацевт, акушерка, лечебная работа. А с 2017 года спорт и лечебный массаж. Стоит отметить, что в колледже преподавала выдающийся ученый-офтальмолог, академик Зарифа Алиева. Сегодня в работе колледжа воедино слиты традиции и инновации медицинского образования. Неизменным остается особое внимание и отношение к формированию личности специалиста, а также творческий подход и профессионализм педагогов. Хайло Мамедова, Фарид Лачинов, CBC.